РЕН-ТВ «Саратов» встретился с друзьями. Наш телеканал организовал ежегодную презентацию нового сезона. Основной тематикой вечера была выбранная классика кино. Гости РЕН-ТВ лично пообщались с Чарли Чаплином и узнали о новинках канала. Подробнее в сюжете нашего корреспондента. Гостей телеканала РЕН-ТВ «Саратов» встречал главный символ немого кино – Чарли Чаплин. Стать героем черно-белых комедий мог каждый желающий. В то время как одни гости пробовали себя в роли актеров, другие упражнялись в стрельбе. По мишеням, бегающему зайцу, летящей утке, друзья телеканала пытались попасть из охотничьего ружья. Долгожданное для всех зрителей и гостей этого вечера. Открытие нового сезона на канале РЕН-ТВ началось под музыкальное сопровождение из кинофильмов, ставших уже классикой. Ведь девизом этого вечера стал слоган РЕН-ТВ «Смотри кино». По словам организаторов мероприятия, зрителей нашего канала уже через несколько недель ждет много теленовинок, а также программ, которые приобрели популярность в прошлом сезоне. В этом году, в этом телесезоне у нас очень много новинок, и мы надеемся, что они очень понравятся нашим телезрителям. Это «Мой дом», это «Тотальная распродажа», это новый сезон «Моих прекрасных» и «На 10 лет моложе», это новый сезон «Тайного города» и «Игры престолов». Весь вечер гостей организаторы РЕН-ТВ и VI «Саратов» удивляли различными сюрпризами. Розыгрыши с призами от партнеров нашего канала компании «Фанагория», а также эстрадные номера от лучших актеров Саратова прошли на площадке парка «Город любви» в стрелковом комплексе «Медведь». Здесь собрались очень приятные, очень динамичные, молодые, интересные и красивые люди. И я очень рада, что мы работаем для вас. Я очень рада, что мы работаем вместе с вами. Я очень рада и благодарна вам за то, что вы пришли сегодня посмотреть на то, как мы растем, как мы меняемся. Гости презентации нового сезона телеканала РЕН-ТВ «Саратов» говорят, что для них РЕН-ТВ не только источник новостной информации, но и хороший деловой партнер. РЕН-ТВ для меня это прежде всего телеканал, который помогает мне продавать. Давайте с этого начнем. Я уже не говорю о том, что это интересный телеканал, познавательный, информационный. Работаем с РЕН-ТВ уже несколько лет. В принципе, полностью всем довольны, довольны результатом, довольны наплывом клиентов после подачи рекламы. Все устраивает. Несмотря на дождливый вечер, телеканал РЕН-ТВ «Саратов» смог организовать для своих гостей теплую встречу в кругу друзей. Эллада Абжалимова, Екатерина Ковальчук, Максим Пустовалов, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ «Саратов».